Стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Посмотрим на состав Лацио. Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, рассчитываем на высокий прессинг? Футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Посмотрим на состав Лацио. Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, рассчитываем на высокий прессинг? Футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Первый удар по мячу, и игра началась. Мяч перешел к другой команде. Джема Эли. Родриго Паласио. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Мяч ушел в аут. Андреа Поли. Еще чуть-чуть, и был бы гол. Марко Пароло. Чиро Иммобили. Хорошо мяч перехватили в атаке.